Меня зовут Денис Виноградов, мне 34 года. Я музыкант, занимаюсь музыкой уже больше 15 лет. Я работаю в Центре целительных звуков, изучаю пространство звука. Когда ты играешь, то ты растворяешься сам в звуке. Ты отпускаешь проблемы, отпускаешь мысли. Просто есть ты и звук. В этот момент ты наполняешься самим собой, что ты позволяешь своему существу звучать так, как ты этого хочешь. Очень глубокое такое умиротворение, спокойствие, ясность, любовь. Любовь ко всему живому, любовь к себе. Закрываешь глаза и начинаешь играть.